живого Бога. Скажи вместе со мной, говори ко мне, дорогой Дух Святой. Учи сегодня меня, дорогой Дух Святой. Действуй сегодня, дорогой Дух Святой. Да будет Твоя воля на этом месте. Да придет Твое Царство на это место. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы просим, дорогой Дух Святой, помоги нам быть сосредоточенными на Твоем голосе, на Твоем присутствии. Мы хотим всецело, всем сердцем устремиться к Тебе, взыскать Тебя. Мы хотим познать Тебя, дорогой Дух Святой. Царствуй сегодня на этом месте. Пусть здесь будет больше Тебя. Пусть будет меньше человеческого. Пусть на этом собрании, в этой церкви будет больше Твоего влияния, больше Твоей власти, Твоего действия. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, прославь имя Иисуса, прославь нашего любящего Небесного Отца. Аллилуйя, Господи! Мы хотим быть глиной в Твоих руках. Мы хотим быть чуткими. Мы хотим следовать за Тобой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Господь. Бог наш, любим Тебя, поклоняемся Тебе. О, слава, слава, слава. Боже, как сладостно славословить Тебя, поклоняться Тебе, превозносить Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Возлюбленные братья и сестры, молитва – это очень важная жизнь для христианина и для церкви. Живая церковь – это молящаяся церковь. Живой христианин – это молящийся христианин. Для нас молитва должна быть подобна дыханию. Мы с вами не можем без дыхания. Кто-нибудь сегодня не дышал? А? А кто сегодня не молился? Не поднимайте руку. Если ты дышишь, молитва – это твое дыхание, дыхание твоего духа. Молитва, она делает Божье Слово живым. Молитва – это наша связь с Богом. Когда мы с вами молимся настоящей молитвой, когда это действительно молитва, а не обряд, это наша связь с нашим Небесным Отцом, это наша связь с Иисусом, это наша связь с Духом Святым. Люди говорят, как я могу пережить Бога, как я могу ощутить Бога, как я могу встретиться с Богом. Я тебе могу сказать, один из путей – это посредством молитвы. Когда молитва – это не просто обряд, что нужно сделать? Ну, скажи такие слова. Люди иногда приходят, задают вопрос – сколько раз мне произнести молитву «Отче наш»? 3 раза или 1 раз достаточно? Мне нужно каждый раз после молитвы «Отче наш» говорить «Аминь». Или мне 3 раза произнести, а потом сказать «Аминь». Возлюбленные братья и сестры, молитва – это не религиозный обряд. Молитва – это живое общение. Молитва, настоящая истинная молитва – это соединение с нашим Небесным Отцом. Это соединение с Духом Святым. Когда мы соединяемся со Святым Духом в молитве, мы оживаем. Наши сердца оживают. Мы переживаем обновление. Когда мы входим в молитву и соединяемся в молитве с Духом Святым, когда мы ощущаем, что мы устанавливаем эту связь, я вам скажу, мы получаем просто глоток свежего воздуха. Мы что-то получаем от Духа Святого. Учение получаем, слово, обличение. Такой христианин, который молится, это живой христианин. Это живой христианин. Без молитвы Слово Божие не живое. Без молитвы Библия не живая. Для некоторых людей Библию читать скучно. Почему? Да ну потому что это буквы на бумаге. Но послушай меня, когда ты молишься, и когда Дух Святой, Он использует слова, записанные на страницах этой книги, они оживают в твоем сердце, это становится нечто актуальным, оно цепляет тебя. Ты не можешь остаться равнодушным. И это результат молитвы. Так важно молиться, так важно молиться. Есть человек, который очень много учил о молитве, Йонги Чо. Его церковь известна молитвой, там даже есть молитвенная гора. Они выкупили определенный участок, там небольшой холм такой. И он известен на весь мир. Это, наверное, одна... Ну, ладно, это не самая известная гора в мире, но она известна в христианском мире. Люди знают, где-то там, в Корее, в Сеуле, есть такая гора молитвенная. И все идут туда молиться, идут туда молиться, идут туда молиться. Вопрос, зачем? Мне что, больше времени не на что потратить? Потому что молитва делает нас сильными. Молитва делает нас живыми. Молитва делает нас святыми.
человек, который молится, он не грешит. А те люди, которые не молятся, они грешат. Грешники не молятся. А святые не грешат, потому что они молятся. Дорогие мои, сложно даже передать, как много молитва совершает в нашей жизни. Молитва, молитва, подобно дыханию, она несет духовный кислород для твоего сердца, для твоего духа. Аминь. Йонги Чо, о котором я часто упоминаю, написал замечательную книгу, очень простую, детальную, подробную, называется «Примеры молитв». Я вам всем рекомендую, на этой неделе прочитай книгу «Примеры молитв». Слышите, на этой неделе, она маленькая, тоненькая, прочитай эту книгу. И в этой книге он учит о том, что есть разные молитвы. Есть разные молитвы. Подобно тому, как мы люди, мы друг с другом общаемся по-разному. С кем-то мы, может быть, общаемся формально, с кем-то по душам. Где-то мы придем и попросим совета. Светлана Вячеславовна, у меня такая ситуация, дайте мне ваш совет. Вот так и в молитве можем прийти за советом. У нас может быть нужда, и мы можем обратиться к нашему близкому, родному человеку, к отцу, к матери, к брату, к дяде, тете, к брату во Христе или к сестре во Христе. И обратиться, сказать: Марина Александровна, у меня вот такая нужда, можете вы мне помочь? И бывают такие молитвы, я сейчас вам привожу как аналог или прообраз молитвы. Так же и мы к Богу приходим, и у нас есть нужда, и мы говорим: Господи, у меня вот такая нужда. Пожалуйста, восполни, помоги мне, ответь мне. Мы друг с другом иногда общаемся просто ради удовольствия. Не ради того, чтобы что-то поклянчить. Дай. Мы хотим душевно провести время. Можем... Ольга Леонидовна, вы знаете, а как у вас дела? А чем вы занимаетесь? И мы можем просто пообщаться. Людям нормально общаться. И у нас должны быть такие молитвы, когда мы можем с Господом просто проводить время ради удовольствия. Господь, ты знаешь, у меня сегодня вот такие вот вещи, вот такие. О чем ты думаешь? А что ты хочешь для моей жизни? Какие у тебя планы для моей жизни? Молитвы могут быть разными. И послушайте, одна из молитв, о которой я сегодня хочу говорить, как вы могли уже догадаться, я сегодня хочу говорить о молитве. И одна из молитв, о которой я сегодня хотел бы говорить, она записана в послании Иакова, 5 глава. Давайте вместе откроем послание Иакова, 5 глава. И прочитаем с 16 стиха. Здесь сказаны такие слова. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Молитесь друг за друга. Поверь соседу и скажи: ты должен за меня молиться. А я буду молиться за тебя. Библия говорит: молитесь друг за друга. Молитесь друг за друга. Дальше. Чтобы исцелиться. Двоеточие. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Это тема сегодняшнего моего послания. Усиленная молитва. Я сегодня хочу говорить об усиленной молитве. О той молитве, которая может много. Рассмотрев это место Писания, мы можем увидеть, что первое утверждение, которое делает Библия, первое утверждение, которое делает апостол Иаков, движимый Духом Святым, так это то, что молитва может. Скажи: может. Может. К сожалению, я вижу, как для некоторых христиан молитва — это просто слова. Молитва — это просто пустой звук. Даже песня есть такая. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса, дьявол дрожит предо мной. Молитва — это не просто слова, дорогие братья, сестры. Молитва — это не пустой звук. Первое, на что я хочу ваше обратить внимание. Молитва может. Еще раз скажу. Может. Молитва может. Второе. Молитва может много. Скажи: много. Много. Молитва может немало. Аминь. Еще раз. Она немало может. Она может много. Она может многое в нашей жизни совершить. Молитва в нашей жизни может совершить то, что мы естественными силами не можем. То, что мы своими знаниями не можем. То, что мы своими опытом не можем.
Наши знания ограничены. Наш опыт ограничен. Наши связи ограничены. Мы не знакомы с вами, может быть, с какими-то выдающимися людьми, вершителями судеб. Но у нас есть нечто более могущественное, чем связи. Это молитва. Почему? Потому что молитва – это наша связь с Богом. Аминь. С самой потрясающей, сильной, великой, выдающейся личностью. Молитва – это наша связь с Богом. А он может все. Аминь. Зеленский может не все. Да. Даже Путин может не все. Некоторые говорят, все. На российском телевидении сказали, он Господь Бог. Да, так и сказали. В прямом эфире. Хочу некоторых разочаровать. Он не Господь Бог, он лишь человек. Прах. И в прах вернется. Байден, президент самой, ну, условно говоря, великой державы на земле. Даже он может не все. Но есть тот, кто может все. И ты можешь прийти к нему. Как? Через молитву. Аминь. Не упускай эту возможность. Приходи к Богу. Молись. Пойди своему ближнему, скажи, молись. А ты спроси его, почему, зачем? Потому что молитва может многое. Молитва может многое. Еще одно, на что стоит заострить внимание, тема сегодняшней моей проповеди. Какая молитва может многое? Здесь Библия говорит, усиленная, давайте скажем, усиленная молитва. Усиленная. Какая это? Это молитва, в которой ты прилагаешь усилия. Если есть усиленная молитва, позвольте заметить, значит, может быть расслабленная молитва. Значит, может быть молитва такая, мяу. Знаете, если провести аналогию с животными, есть животные, которые издают звук власти. Лев. И такой дрожь прошла по Африке, по саванне. Где-нибудь вкусно в траве. Крадется мышь. Никто не трепещет от того, что мышь. Не, ну конечно, кузнечик какой-нибудь трепещет от мышки. Но когда лев, все в ужасе. Шакалы разбегаются, когда лев подает свой голос. Знаете, как лев рычит. Вот так голову он опускает к земле. У него такое низкочастотное рычание. И звуковая волна пошла по земле. Так. И все звери просто раз замерли. У них, у этих обезьянок, их просто страх сковывает. Наша молитва должна быть сильная. Чтобы наши враги, чтобы дьявол, он цепенел от твоей молитвы. Амен. Аминь. Усиленная молитва. Усиленная молитва может многое. И давайте посмотрим 17 стих. Илья был человек, подобный нам. Молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. 18 стих. Опять что сделал? Помолился. Молится человек. Человек молящийся был, опять помолился. И результат какой? Небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вы знаете... Библия здесь ставит нас на один уровень с Ильей. Она говорит, он такой же, как и мы. Задумайтесь над этим. Дорогие братья и сестры, внимание! Молитва Ильи изменила погоду. Молитва Ильи изменила погоду. Ты думаешь, о, в моей жизни такая ситуация, что я буду делать? Молитва может менять погоду. Алло. Если бы этого не было в Библии, мы могли бы сомневаться. Да, наверное, мы и сейчас сомневаемся. Да ладно. Серьезно? Вот это я помолюсь, и у нас тропики настанут. И зима тебе не будет. И зимы не будет. Некоторые были бы счастливы. Молитва может менять погоду. Не было дождя 3,5 года. Помолился, оп, и дождь пошел. На что я хочу обратить внимание? Мы недавно с вами вспоминали пророка Илью, разбирали историю, которая была в его жизни. Я хочу обратить ваше внимание. Он не пророчествовал. Он молился. Алло. Он молился. Знаете,
немножечко, как это происходило. Бог ему сказал, пойди и помолись, небо даст дождь. Там происходили все те события, о которых мы говорили. Он принес жертву, сошел огонь с неба, всех пророка Вала убили. Он поднялся на гору и начал молиться. Написано, положил голову свою между колен. Наверное, сел на колени, так вот согнулся в позу эмбриона и молился, 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 молился. Он не просто сказал, небо, дай дождь. Боже, дай дождь. Он молился. И он молился усиленно. Потом поднимает свою голову и говорит, Саша, а ну сбегай, посмотри, есть там тучи. И Саша побежал. Прибегает, не, пророк нету. Он опять голову между ног, Боже! Молится, 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 молится. Опять поднимает голову, Саша, давай сгоняй, еще раз глянь. Он второй раз побежал смотреть, возвращается, ничего. Знаете, как сомневающиеся, маловерные, про которые говорил Иисус. Они говорят, и что толку молиться? Ну вот хожу я в вашу церковь, молюсь, 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 и что? Ну вот ты молился, и что? Значит, надо еще молиться. Аминь. Алло. Аминь. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса. Знаете, где чудеса происходят? Там, где люди молятся. Аминь. Там, где люди молятся, ангелы действуют. Аминь. Что произошло? Он продолжал молиться. Он молится, 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 молится. Через час опять. Саша, пойди посмотри. Там, ну сколько можно, пророк? Ну что? Он пошел опять. Ничего. Ничего. Не работает. Пастор, не работает. Я уже молился. Или опять выскает голову, опять, Боже, молится, 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 молится. Послушайте, это не была какая-то секундная молитва, минутная молитва. Понимаете, там описывается процесс. Процесс идет. Сколько раз? 7 раз Саша бегал смотреть. А 7-й раз возвращается. Маленькое такое облачко, такое облачко, размером с ладонью. Что тут с этого облака? Ну, пророк Божий понял. Все, ответ есть. А теперь пойти, скажет царю Ахаву. Пусть запрягает свой Мерседес и быстрее в Иерусалим, а то сейчас дождь пойдет. Колесницу там написано. Сегодня это был бы Мерседес. И царь прыгает в свой кортеж и понесся. Она на пророка Илью сходит Дух Святой, и он как побежал перед этим Мерседесом. Можете себе представить эту ситуацию? Под силой Духа Святого бежал перед машиной, перед колесницей. В Библии написано перед колесницей. Говоря современным языком, в современных реалиях это могла бы быть машина. Дождь пошел. Что вызвало дождь? Не вот эти вот танцы, как их там, танец дождя. Нет. Молитва, правильно именно. Молитва. Дорогие мои, если молитва может вызвать изменение погоды, призвать дождь, молитва может решить проблему. О чем мы читали немножко ранее в 16 стихе? Мы читали о болезнях. Согласитесь, болезни это проблема. Вы здесь? Да. Апостол Иаков говорит, если у вас есть проблемы, молись, молись, молись. Да сколько можно? Усиленно молись. Аминь. Молись. Потому что в молитве есть решение проблемы. Посредством усиленной молитвы мы можем решить любую проблему. Аминь. Аминь. В усиленной молитве есть исцеление для тебя. Люди иногда смотрят на свою жизнь, думают, что ж мне делать? Как мне спасти моих родных, моих близких? Усиленная молитва может оказать влияние на твоих родных и близких. Аминь. Люди смотрят, думают, а этого только могила исправит. Я скажу еще, что исправит. Усиленная молитва исправит. Аминь. В усиленной молитве есть решение, есть исцеление, есть перемены. Прежде всего, усиленная молитва нас самих меняет. Аминь. Усиленная молитва. Усиленная молитва. Знаете, в жизни людей множество проблем по причине недостатка молитв. Недостатка молитв. Я на этой неделе посещал одну семью. Были
Нет, не были они на стадионе, но ничего, мы с ними созванивались все это время, они меня пригласили, я поехал, посетил, я общался с ними. И вы знаете, в процессе общения я для себя получил отличный урок. Я и обличение получил, и наставление получил, и вдохновение получил. Я много чего увидел. И в этой семье очень много проблем. Что следует отметить? Может, это удивительно, но это верующая семья. Слышите? Люди верующие еще с советских времен. Десятки лет верующие. В советское время их посреди ночи крестили тайком. В каком-то болоте, чтобы никто их не узнал, не раскрыл. Потому что в то время гонения были, то есть такие, знаете, люди со стажем. И вот я сижу, общаюсь, я смотрю, полнейшая разруха в жизни. Полнейшая разруха. И мне говорят, да мы же Бога знаем, почему так? А я говорю, вы Бога знаете? Библия говорит о том, что по плодам их узнаете, их. По плодам. Жена живет с мужем под крышей одной, но у нее своя комната, и они просто как сожители. Нету никаких отношений. Десятки лет. Все, отношения разрушены. У них полностью как две автономии, два отдельных государства. У нее свой бюджет, у него свой бюджет. У нее даже свой собственный холодильник. Отдельно живут. Дети ни во что ставят, ни отца и мать. Вообще никакого уважения, никакой теплоты в отношениях нет, никакой любви нет. Вообще ничего нет. Отец иногда обратится, что-то попросит, скажет, сынок. Говорит, да пошел ты. И вы знаете что? Эти люди десятки лет верующие, эти дети... С детства в церковь ходят. Эти дети. Члены церкви. Водное крещение принимали. Для чего я это все говорю? Для того, чтобы показать, что даже у верующих людей бывает вот такая ситуация. Семейная разруха. Все в руинах. И этот мужчина мне говорит. Пастор Богдан. Ну вот не должно же так быть. Я хочу, чтобы все было по-другому. Но почему так? Почему моя жена вот так поступает? Почему мои дети вот так поступают? Это был крик о помощи. Я посмотрел на это. И вынес для себя урок. Недостаток молитв. Недостаток молитв. Я задал сам себе вопрос. Как возможно, что люди, десятки лет верующие, и в их жизни такая разруха. Возможно ли такое? Оказывается, возможно. Я сидел и думал, за десятки лет посредством усиленной молитвы можно было бы все изменить. За десятки лет посредством горячей огненной молитвы можно было бы уже Царство Божие низвести в эту семью. За десятки лет можно было бы так провалить отношения, что райские отношения были бы. Он бы домой приходил, она, любимый мой, я тебе борщик приготовила, на стол накрыла, присаживайся, мой дорогой, вот, родненькая моя, вот тебе цветы привезли, я тебя так люблю, ой, я тебя тоже люблю. Может быть, у меня слишком идеалистические такие представления. Но там, где есть Бог, аминь, там есть любовь. Аминь. Бог есть любовь. И там, где есть Бог. И я смотрел на это и размышлял. Я немножко о себе подумал, как о Соломоне. Посмотрел я и получил урок. Посмотрел и получил урок. Там, где есть усиленная молитва, там будут перемены. Там есть усиленная молитва. Там можно изменить отношение, свое отношение к ближнему. Можно через молитву повлиять на ближнего.
И не надо говорить эту фразу. Горбатого только могила исправит. Нет, во имя Иисуса. Твоя молитва огненная, горячая, усиленная. Она может оказать влияние, потому что есть ли что невозможное для Бога? Нет. Аминь. Нет ничего невозможного. С Богом все возможно. Верующему все возможно. Аминь. Через молитву ты можешь достучаться до сердца своего ближнего. И не так, как говорят в миру. Можешь достучаться до сердца, постучи по почкам. Нет. Молись, 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 молись. Огненная усиленная молитва. Она может коснуться даже самого черствого сердца и растопить там лед. Аминь. Может. Это возможно. Поэтому, когда я вижу людей в проблеме, мне больно это видеть. Меня это расстраивает. И какой я вывод делаю? Надо усилить молитву. Однажды один всемирно известный проповедник Юнги Чон рассказывал о своем примере. Он говорит, что во время Корейской войны у него повредилось здоровье. И у него были большие проблемы с желудком. Он уверовал, он молился. Боже, Боже, исцели. Амен. Все. И ничего не происходит. Боже, исцели. Амен. Все. И ничего не происходит. Он молился, молился, молился. Один день, второй день, третий месяц молился, год молился. Ничего не помогает. Думает, ну, наверное, это у меня, как у апостола Павла, жало во плоти. Вы знаете, верующие люди так часто находят оправдание своих проблем. Ну, это жало во плоти. Однажды один человек сказал, ну, это мы как вот это вот родители Иоанна Крестителя. Вот мы как Анна и Захария. Вот мы как... Не надо находить оправдание. Юнги Чо говорит, когда мне было 40 лет, я стоял на молитве. И Господь ко мне обратился. Господь ко мне обратился. Он говорит, зачем ты позволяешь дьяволу находиться в твоем теле? А Юнги Чо говорит, это не дьявол, это просто жало во плоти. Бог говорит, ну это слова Юнги Чо. Он говорит, ты что такое себе придумал? У тебя такие откровения, как у апостола Павла? Нет. Может, ты был на третьем небе, как апостол Павел? Нет. Так вот и жало во плоти у тебя нет. Это дьявол в твоем теле. Так а что ж делать? А что сказано в моем слове? Усиленная молитва. Усиленная молитва. Тогда Юнги Чо говорит, я понял, я не должен с этим смиряться. Аминь. Я хочу тебе сказать, не смиряйся со своей ситуацией. Не смиряйся со своими обстоятельствами. Не смиряйся со своей болезнью. Не смиряйся со своими проблемами. Аминь. Эй, поверни своим ближним, скажи, не смиряйся со своими проблемами, болезнями, обстоятельствами. Не смиряйся. Ты должен восстать против них. Сражайся против них. Юнги Чо говорит, тогда я встал на колени. И начал молиться. Он говорит, я начал вопить к Богу, кричать к Богу. Он говорит, я начал молиться горячо, усиленно молиться. Я не молился одну минуту, пять минут, и все. Батарейка села. Он говорит, я продолжал. Пять минут, десять минут, час. Он сражался с этой болезнью. И это потребовало определенного времени. И он говорит, через какое-то время я почувствовал, что что-то произошло в моем теле. И если раньше я не мог кушать какую-то еду, почему? Из-за вот этих проблем. Он говорит, когда я усиленно молился, я почувствовал, что в моем теле что-то изменилось. Он говорит, я взял эту еду, которую я так любил, я так хотел это кушать, но не мог. Я мучился от этого. Когда я усиленно молился, что-то изменилось. Я взял эту еду, начал есть, и ничего не болит. Я ее ем, она ничего не болит. Я ее кушаю, и ничего не болит. Молитва может все. Библия говорит, много может.
Усиленная молитва. Усиленная молитва. Не сдавайся со своими, перед своими обстоятельствами. Не сдавайся, когда ты видишь семейные проблемы. Не сдавайся, когда ты видишь трудности. Не сдавайся, не смиряйся со своими болезнями. Усиленная молитва много может. Если молитва может поменять погоду, она может поменять твое тело. Она может поменять твоих родственников. Я говорю, она может поменять твоих родственников. Усиленная молитва может достучаться до сердца твоих родных и близких. Я говорю, может во имя Иисуса. Усиленная молитва. Это такая молитва, которая что-то разрушает в духовном мире. Усиленная молитва — это молитва, которая что-то строит. Усиленная молитва разрушает дела дьявола, дела бесов, дела демонов. Усиленная молитва, она строит Царство Божье. Усиленная молитва, она высвобождает силу Божью в нашу жизнь. Мы ее можем привлечь через усиленную молитву. Аминь. Я понимаю, что усиленная молитва — это тяжелый труд. Усиленная молитва — это определенный напряг. Давайте проведем аналогию. Усиленной молитвы и каких-то, какой-то физической работы, физического труда. Представьте себе, что надо что-то сделать на своем участке, в своей квартире, в своем доме. Вот вы пришли, ну, предположим, вот в какой-то новый дом, да, это ваш дом, а там все плохо. Все плохо. Стены вот такие, в трещинах, штукатурка обсыпана. Вы пришли, ходите, смотрите, разруха. Вот так в жизни иногда бывает, разруха. Мы ходим, смотрим, сколько надо делать. Это аналогия тому, как мы иногда смотрим на свою жизнь. Руки опускаются. Это ж столько работы, ничего не буду делать. Вывод. Иногда люди реально так решают, смотрят на свои проблемы. Руки опустились, все, ничего не буду делать. Ну, живи так, если хочешь. Как пример про этого мужчину, про которого я рассказывал. В семье разруха, она в своей комнате живет, у нее свой холодильник, она сама себе готовит, он сам себе готовит. И вот так вот и живут всю свою жизнь. Понимаете? Ну, хочешь ты так жить, ну, живи так. Хорошо, если это твой выбор, живи так. Нравится, если муж деспот, если жена стерва, если дети там ненавидят вас, проклинают вас. Ну, живи так. Аналогия. Аналогия с домом. Разруха, разруха, разруха. И вот ты смотришь, так вот, с обычной, естественной физической точки зрения. Так, я хочу, чтобы здесь был дворец. Кто хочет жить? Хороший ремонт. Ты заходишь, ровные стены, потолок красивый. Санузел заходишь, вау, тут жить можно. Золотой унитаз. Кухня такая же, ты бы там и готовил целыми днями. Почему некоторым готовить не хочется? Наверное, кухня плохая. Кровать, как пирожное. Заходишь, тебе жить там хочется. Есть такие дома, квартиры, где хочется жить, а есть такие, где не хочется. Я много посещал. Бывало, посещал наркоманов. Да? Пригласили меня, приди попроповедуй. Я поднимаюсь на этаж, мне вот так вот дверь открыли, и оттуда, знаете, как вот из парилки, такое концентрированное зловоние, просто поток воздуха. Я просто разворачиваюсь и такой вышел. Стою и говорю, Боже, это только ради Тебя, только ради Тебя, и пошел. И когда заходишь, ты смотришь на этот кошмар, ну, можете себе представить, что такое наркоманская квартира? Просто прогнившие эти кровати, полы, ну, ай-яй-яй-яй. Ты такой, я не хочу там жить. Я думаю, никто бы не захотел там жить.
И вот эта квартира, она иногда олицетворяет жизнь человека. А они привыкли уже. Ну привыкли все, они же. И им менять-то ничего не хочется. А знаете что? Чтобы вот это все изменить, надо закатить рукава. И начать пахать. Начать вкалывать. Нужно взять перфоратор и сбивать эту штукатурку, которая просто пропиталась этим всем зловонием. Стены кривые. Надо взять кувалду, перфоратор, отбойный молоток, сбить эти стены. Выложить ровненькие, новые. Плиточкой обложить, прошпаклевать. Ох, красоту сделать. Вы знаете, что это все? Это все тяжелый труд. И я провожу аналогию между вот этим ремонтом, стройкой и усиленной молитвой, которая должна изменить нашу жизнь. Человек смотрит, надо стены долбать. Это ж сколько мусора будет. Я знаю, о чем я говорю. Я пока ремонт делал. Ты там 2 метра штукатурки сбил. Все в пыли. Серой массой, извините за такие подробности. Все! На кровати пыль такой по простыне и облако поднимается. За что мне все это? На плите пыль, в кухне пыль, на подоконниках пыль, все в пыли. Ты берешь ведра, складываешь туда и тот этот строительный мусор и тащишься с этими тяжелыми ведрами в этот бак для бытовых отходов, высыпаешь назад, идешь, опять набираешь. Ну что, когда же это закончится? Одно ведро, второе ведро, третье, таскаешься с этими тяжестями. Под вечер уже руки трусятся, ноги трусятся, перенапряжение, сердце колотится. Ты весь грязный. О, это еще нужно вот это все подмести, помыть. Как же ж много. А вот так вот. Знаете что? Я привожу аналогию ремонта с духовным строительством. С духовным строительством. И для того, чтобы разрушить какую-то вот эту дьявольскую, бесовское строение, что он построил в нашей жизни, в нашем мышлении, в нашей душе, в нашем характере, нужно иногда испачкаться. Ты уставший, ты потный, у тебя уже сил нету. Но надо это делать. Чтобы разрушить какие-то проклятия, нужно взять отбойный молоток молитвы и долбить, 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 долбить. Твоя молитва должна быть усиленная, как перфоратор. И все соседи. А, сколько можно? А ты долбишь. У некоторых молитва такая, знаете, подошел к стенке, ты понимаешь, что эта стена лишняя. И ты ее, ну, так поладил, там что-то пошкрябал. Ну, не работает, ну, похлопал ее. Ну, не работает, ну, я же пробовал. Долби, продолжай долбить, продолжай долбить. Своей молитвой бей эти стены дьявола. Если в жизни твоих... твоей семьи, родных и близких, они говорят, нет, нет, мы не будем верить Бога, мы такие, мы против. Пообломай эти рога молитвой. Усилься, выступи, силой Духа Святого встань, скажи, во имя Иисуса я не встану, пока мой родственник не спасется, сын, брат, дядя, папа, вау, и начни молиться, отвоевывай их. Дьявол не уйдет просто потому, что тебе жалко, плохо, тяжело, нет. Он будет смеяться с тебя, поднимись, расправь плечи и скажи, нет во имя Иисуса, моя семья для Господа. Я буду воевать, я буду ломать твои твердыни. То, что ты дьявол построил, я сокрушу во имя Иисуса. Может быть, все не поменяется за неделю, за месяц. У тебя есть братья, сестры, у тебя есть мы. Приходи сюда, мы будем вместе воевать с тобой, мы будем молиться, поддерживать, а мы тоже будем бить в эту стену. Но эти стены должны пасть перед именем Иисуса Христа, перед властью имени Иисуса, перед силой Святого Духа. Продолжай бить, но твоя молитва должна быть горячей. Помните свидетельство, про которое я вам рассказывал, как Андрей Георгиевич уверовал и покаялся? Его родная бабушка говорила, внучок, пи домой в церковь, ой, баб, в твою секту в жизни не пойду. Да, 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 да. Она его звала. Она его приглашала, она его молилась.
ничего не менялось. Однажды она решила, я вымолю тебя. И она молилась по 5 часов в день, и она кричала в небо. Вы знаете, если бы она молилась, как некоторые религиозные христиане, которых в нашей церкви нет, он бы, наверное, сегодня день бы там пил, курил и слушал шансон. Но она 5 часов в день вопила в небеса. Она не молилась молитвой такой расслабленной молитвой, которая не вызывает никаких духовных усилий. Духовно, когда ты молишься усиленной молитвой, твой дух должен напрягаться. Когда мы физически работаем, наши мышцы напрягаются. Когда ты молишься усиленной духовной молитвой, твои духовные мышцы должны напрягаться. Ты должен чувствовать определенный напряг внутри. Видели когда-нибудь спортсменов по телевизору или в спортзале? Когда они качаются, они пыхтят, они кряхтят, рычат. На соревнованиях штангу поднимают, большой вес там, тонна. Видели когда, ну, по телевизору на соревнованиях? Как этот вид спорта называется? Берет эту штангу, становится так. И прямо орет. У тебя должна быть такая молитва. В которой твой дух напрягается. Ты не должен плыть расслабленно по течению. Мур-мур-мур. Господи, сделай что-нибудь. Аллилуйя. Рычи в молитве. Воюй в молитве. Напрягайся в молитве. Все твои духовные мышцы должны быть напряжены. У тебя должна быть духовная крепатура. Чтобы ты вышел из молитвы. Ох, вот это я помолился. Да, слышите? Усиленная молитва. Скажи, усиленная молитва. Вот такой молитвой ты должен молиться. Библия призывает молись такой молитвой. Она может много. Библия не говорит расслабленная молитва. Да расслабься. Пляж на диван. И молись. Мур-мур-мур-мур. Усилься. Усилься в молитве. Аминь. Как молился наш Господь и Спаситель Иисус Христос? Евреям 5 глава 7 стих. Знаете, что там написано? Сильным воплем. Для некоторых это странно. Но как-то это не духовно. Как-то это вот не благоговейно. Как-то это вот как-то вот... Что это вы вообще себе? Иисус молился с сильным воплем. Для тебя Иисус авторитет? Да. Если Иисус молился с сильным воплем, ты тоже должен молиться с сильным воплем. Не должно быть каких-то религиозных шаблонов. Я вот это вот сяду, побурчу себе под нос. Бур-бур-бур-бур-бур. Иисус молился так, что у него капилляры лопались, и кровь капала. У него была нужда, у тебя есть нужда. Алло, вы здесь? Нужда есть? Не у всех есть нужда. Блаженные вы люди. Тогда как ты молишься, скажи мне? Если у тебя есть большая нужда, ты должен усиленно молиться. Усиленно молиться. Ты хочешь что-то поменять? Я хочу жить в прекрасном дворце. Придется запачкаться. Придется напрягаться так, что потом руки и ноги будут труситься. Физически. А если есть нужда духовная, ты хочешь что-то поменять, хочешь, чтобы руины, развалины превратились в прекрасный духовный дворец. Тебе соответственно надо духовно потрудиться. Знаете, как я воспринимаю молитву? Как стройку. Для меня это аналог. Я когда становлюсь на молитву, я вчера молился за всех вас. Я так проникся. Поначалу я молился так, как говорит Иисус Христос о фарисеях. Эти люди приближаются устами своими ко мне, а сердце их далеко отстоит от меня. Это не усиленная молитва. Довожу до вашего сведения. Что значит сердце далеко отстоит от Господа? Знаете, что это? Это значит, ты лег на диван. Одеялом укрылся, тебе тепло, комфортно, глазки закрываются.
а ты при этом еще думал о чем-то своем. И лежишь и мечтаешь, молишься, а мечтами ты где-то на Канарах. И такая молитва, такая, знаете, сладкая такая молитва, так комфортно. А потом раз, я думаю, да что ж я делаю, я так переключился. И стал вас всех перечислять, вот всех вас, я начал перечислять. Спасибо. Я молюсь, я думаю, Боже мой, такие большие нужды. Я прошу тебя, ответь этим людям, коснись этих людей. И моя молитва поменялась. Я лежу и думаю, Господи, это как много надо молиться. Надо научить вас молиться. Поэтому я говорю, молись усиленно. Что не только я за тебя молиться, сам молись усиленно. Молись горячо, молись страстно. Пусть твоя молитва будет источать силу. Аминь. Иисус молился с сильным воплем. Деяния 4 глава 31 стих. Деяния 4:31. К апостолам пришла беда. Позвали их начальники страны. Синедрион. Это правительство в свое время было. Мы издаем указ проповедовать о Господе, об Иисусе Христе запрещено. Все, вы вне закона. Они собрались. Ну что, братья, сестры, что делать-то будем? Запрещают нам. Молиться будем. Аминь. Знаете, что Библия говорит? Они начали молиться громогласно. Они не начали стонать, плакать, жаловаться. Они не начали молиться. Ай, ну сделай что-нибудь. Они стали вопить в небо. Они, как Иисус, вопили к Богу. У них была горячая молитва. Что говорит Библия? По молитве их поколебалось место, где они находились. Твоя молитва может вызвать землетрясение. Не верится, да? Эй, по молитве их поколебалось место. Приходит твой сын, твоя дочь, твой отец, твой брат. Говорит, да что ты вот это, ты богомоли, все, кто ходишь. Ты как начал молиться. Фау, вещь какая, Боже! Мама, пожалуйста, не молись больше, я все понял. Все, иду в церковь. Поколебалось место по молитве. И написано, исполнились Духа Святого. В силе Духа Святого проповедовали. Но у них молитва была усилена, громогласная. Они не бурчали себе под нос шепота. Они молились горячо. Невозможно молиться. Знаете, как-то вот горячо, ревностно, страстно, и при этом таким флегматичным быть. Сделать. Не хочешь, не делай. Хочешь, не хочешь, как хочешь. И молись горячо. Горячо, ты должен молиться горячо. Что такое усиленная молитва? Будем заканчивать. Первое. Усиленная молитва. Это длительная молитва. Это длительная молитва. Это не молитва на 3 минуты. Бур-бур-бур, дыр-дыр-дыр. Все. Аминь. Во имя Отца, Сына. Аминь. Однажды Йонг Гичо рассказывал, как у него в церкви была женщина, больная раком. Из-за рака она ослепла. У нее слух пропал. Все. Ей сказали, вы умрете, женщина. Идите домой умирать. Проблема. Врачи уже сказали, что все, выхода нет. Усиленная молитва может много. Она может исцелить от рака. Я говорю, она может исцелить от рака. Она может исцелить твою болезнь. Усиленная молитва может. Я хочу, чтобы вы поверили. Она может. Эта женщина встала на молитву и начала молиться. Она молилась 5 минут, 10 минут. Она как не видела, как не слышала, так ничего и не произошло. Она молилась час. Сколько это усиленная молитва? Это столько, сколько надо. Это до тех пор, пока ты не получишь исцеление от своей болезни. Она молилась 2 часа, 3 часа, только хрипло.
Она молилась 8 часов. Сила Духа Святого сошла на нее. Она начала слышать сама себя. Она открыла глаза, и она все видит. Она почувствовала, словно из ее тела что-то ушло. Она приходит к врачам, говорит, я вижу, они говорят, женщина, вы не можете видеть. Рак уже вот этот все съел ваши нервы глазные. Нервы, которые шли к зрительному отделу мозга, их там уже нет. Она говорит, ну я же вас вижу. Привет. Давайте проверим, сколько пальцев показывают. 2. Они проверили ее. Они говорят, это чудо. У вас нет рака. Это была усиленная молитва. Мне доводилось молиться за людей больных раков. К сожалению, были люди, которые умирали. Вы знаете, что я видел? Я видел человека, который говорит, ну если хотите, ну молитесь за меня. А я пока посмотрю сериал. Вы молитесь, а я пока сериал буду смотреть. Вы пока молитесь, а я пойду там корм приготовлю козочкам. Усиленная молитва может многое, она может исцелить от рака. Я ни в коем случае, может это некрасиво прозвучало, простите. Ну, насчет того, что иногда люди, они так легко, ну, сдаются, опускают руки. Не опускай руки, сражайся. Сражайся. Молитва может. Усиленная молитва может. Эта женщина, она молилась. Усиленная молитва, это молитва настойчивая, это молитва постоянная. Иисус учит нас в Евангелии Луки. Евангелие Луки, 11 глава, 5 стих, также 18 глава, 1 стих. Там приводятся примеры. Был один человек, которому пришел друг посреди ночи. Привет, сосед. Дай буханку хлеба. Слушай, 2 часа ночи, я уже сплю, жена спит, у тебя совесть есть? Ну, дай хлеба. Дай хлеба. Хлеба дай. Хочу хлеба. Мне накормить надо друга. Дай хлеба. Он говорит, по неотступности даст. По неотступности даст. Вдова, которую судья не хотел защищать. Иисус говорит, вот так и Отец Небесный ответит вам, даст вам. Она приходила, просила, просила. Она думает, ну, Бога не боюсь, людей не стыжусь. Ну, надоела мне эта вдова. Дам ей, защищу ее от противника ее. Возлюбленные братья и сестры, наша молитва должна быть настойчивая. Наша молитва должна быть постоянная. Аминь. Аминь. Наша молитва должна быть прилежная. Знаете, если есть прилежная молитва, значит есть неприлежная молитва. Книга Деяния, 12 глава, 5 стих, говорит о том, что апостола Петра царь Ирод схватил, кинул в тюрьму и приказал 16 воинам охранять его. Руки забили в колоды, ноги забили, и вот он такой вот звезда, стал звездой. На следующий день ему должны были голову отрубить. И церковь все поняла. Он еще и не уснул. А церковь знает, апостола Петра схватили, братья, сестры, молиться надо. И они начали молиться. Они молились не 3 минуты, не 5 минут. Они усиленно молились всю ночь. Ангел приходит, Петра в бок толкает. Что? Разбудил его. Раз. Цепи упали с его рук, с ног. Он говорит, пойдем со мной. Охранники спят. Двери открываются перед ним, ворота перед ним открываются. Вывел его в город. А Петя думал, что сон видит. Это был не сон. Это был ангел Божий. Пока церковь прилежно молилась, по их молитве Бог послал ангела избавить Петра. По молитве ангелы действуют. Аминь. Аминь. По молитве кандалы, цепи, оковы падают. Аминь. Аминь. По молитве запертые двери перед тобой открываются, ворота открываются. Аминь. Аминь.
Я не говорю про физические двери. Я не знаю, что в твоей жизни. Какое препятствие, какая преграда. Но она может пасть перед силой молитвы. Там, где есть молитва, там ангелы действуют. Там, где есть молитва, там чудеса происходят. Петр пришел к дверям дома, где церковь собралась и прилежно молилась. Стучит, 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 стучит. Они так орут, что не слышат. Служанка там была во дворе. Кто там? Это я, апостол Петр. Да он в тюрьме, что ты нам рассказываешь? Да я говорю тебе, это я. Она пришла, успокоила всех. Эй, товарищи, пожалуйста, послушайте меня. Там Петр молит. Там Петр у двери. Ты в своем уме, он в тюрьме. Знаете, я когда это читал, я думаю, о чем вы молились вообще? Вот вы молитесь, Боже, спаси Петра! Тут раз Бог Петра к ним приводит. Они говорят, да, ну, не может такого быть. Они вышли, смотрят, все нормально, Бог послал ангела, братьям, спасибо за молитву, я пошел. Усиленная молитва. Усиленная молитва. Усиленная молитва может избавить из тюрьмы. Может избавить от смерти, подобно тому, как она избавила от смерти Петра. Может вывести из духовной темницы, из проклятия, подобно тому, как она вывела Петра. Аминь. Аминь. Когда мы прилежно молимся, Бог действует. Молитва должна быть страстной. Молитва должна быть горячей. Иисус молился с сильным воплем и слезами. Это демонстрирует, что у него были божественные желания. Человек, который ничего не хочет, которому все равно, который равнодушен, он не будет вопить и плакать. Слышите? Человек, которому безразлично, он не будет так молиться. Мы в молитве должны откопать божественные желания в нашем сердце. Найти эту ревность и страсть. Проси Бога об этом. Боже, зажги мое сердце, чтобы мне не было все равно. Поднимись, расправь свои плечи. Подними опустившиеся руки. Писание призывает, поднимите опустившиеся руки. И начни молиться горячо. Начни молиться усиленно. Начни молиться ревностно, страстно. Отвоюй свою судьбу. Отвоюй свое здоровье. Отвоюй свою семью. Не пасуй, не сдавайся перед дьяволом, который в твоей семье распоясался. Иисус сказал, я даю тебе власть. Не сиди с этой властью. Не сиди с его именем, смотря как дьявол гробит твоих родных и близких. Поднимись и скажи, пошел вон во имя Иисуса и из моей семьи. Убирайся вон из жизни моих родителей, детей, мужей, жен. Убирайся. Только не во множественном числе, аж, надеюсь, у вас нету многих жен. Аминь. Давайте помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Ты учишь нас через своего слугу, через апостола Иакова, чтобы мы молились усиленно. Потому что много...